Діаспора.ua і я, Богдан Боровець, вітаємо вас на нашому каналі. Долучайтесь, сперечайтесь, але не залишайтеся байдужими. Сьогодні ми маємо двох гостей з Силіконової долини Сонячної Каліфорнії, аналітика по поставці озброєння для України Сергія Любарського, а також гостя з Нью-Йоркщини Андрія Азаркіна, який був ветераном, який є ветераном Збройних сил США. Здравствуйте, Андрій і Сергій. Знову рада вас видіти. Добрий день. Добрий день. Спасибо большое, что нашли время. И вот, наверное, начнем с этой темы, которая всех нас волнует. Каково текущее состояние военной помощи Украине? Мы, как знаем, вы анализируете эти процессы. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста. С удовольствием. Спасибо. Спасибо за возможность выступить, рассказать украинцам и диаспоре в Америке о нашей работе и фактах, которые мы имеем. Немного разрешите нам мне представить мою команду. То есть Protect Ukraine Now – это non-government organization в Калифорнии. Команда наша расширилась. Изначально мы создались в марте. Сейчас там было 5 человек. Сейчас у нас больше 30 человек, из которых 10 человек – это просто аналитики, которые делают то, что, оказывается, имеет название. Вот я недавно узнал, что то, что мы делаем, имеет свое название. Называется это по-английски Open Source Intelligence Gathering. То есть мы занимаемся анализом данных, военных данных, известные в open source. Оказывается, это мы первые это придумали, это все, естественно, зачастую до нас. Вот. Все означает, что достаточно большое количество аналитиков забрасывают такой большой невод в обширный интернет и вытаскивают из интернета все, что известно о поставках вооружения в Украину из официальных, естественно, источников. Ничего секретного или специального мы не выдаем. Есть процесс то есть проверок, насколько мы это честно и правильно делаем. После всевозможных проверок и cross-reference мы выкладываем на наш веб-сайт две вещи. То есть мы выкладываем цифры, то есть просто сколько каждого вида тяжелых вооружений, подчеркиваю, только тяжелых вооружений, то есть мы не считаем там пистолеты, не курки, пистолеты, там пулеметы и минометы, мы считаем тяжелые вооружения, вот, и показываем, сколько пришло за каждый день в плюсиках, вот если проскоррелировать эту табличку вниз, там будут плюсики, вот, плюс 40 и плюс 4, вот если кликнуть на эти плюс 40, и плюс 4, вот кликни, пожалуйста, на плюс 40. Угу. Там появляется источник, откуда что пришло. Если кликнуть на эту ссылочку, вы получаете. Отлично. То есть вот это вот полный... А? Отлично, отлично как бы сделано все. Да, то есть вот это полный, а главное правдивый, без искажений в ту или другую сторону. То есть мы стараемся быть наиболее максимально объективными. Источник информации о поставках вооружения в Украину. Выкладываемся мы каждые две недели. Вот следующий понедельник будет очередная оплод информации такой. Кроме этого, мы делаем там, еще если можно показать, на веб-сайте, дайджест. То есть ежедневно из проверенных и достоверных источников мы... Проскролируйте вниз, просто проскролируйте. Проскролируйте эту страничку вниз. Да. Вот там по дням идут ссылки на достоверные источники. Ну, кто что поставил, обещал и так далее. Если кликнуть на источник, вы видите, естественно, источник. Все прозрачно, без всякого пропаганды. И вот таким образом в Украине появился, наверное, не могу сказать первый, но один из немногих правдивых источников информации, которую я гарантирую и обещаю, не искажена ни в ту, ни в другую сторону, которая рассказывает о поставках вооружений со всего мира, включая Соединенные Штаты, естественно, в Украину. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, я его не забыл, это была небольшая самореклама, а теперь к вашему вопросу. Значит, вот вооружения не увеличиваются, поставляются последние две поставки исключительно боеприпасы и материалы. И если взять и посмотреть на последний миллиард долларов, как он расписан, если можно, покажите, пожалуйста.
Вот, если посмотреть на последний миллиард долларов расписанного поставок вооружения, Одну вот я секундочку. просто переведу и зачитаю в лоб, чтобы не было сомнений, если возможно. Дополнительная амуниция для Хаймарса. Замечательно. Они занимаются, они, это американцы, это Пентагон, обтестейшн, они не пишут специально, не пишут, какого вида ракеты, не исключая, что там уже будут поставлять ракеты с дальней дальностью, так как они занимаются. Дальше никакой нет затуманивания. 75 тысяч снарядов для гаубиц, вот тут все понятно, просто указывают. То есть каждый раз, когда они не указывают цифры, это означает, там будут копии этого, какой-то подарок. 20 минометов, вот, и 20 тысяч снарядов к ним. Ну, минометы, в общем, тяжелым вооружением не считается. Это, в общем-то, среднее вооружение. А дальше ракеты для НАСАМС. Кстати, тут Арестович недавно рассказывал, что НАСАМС не поставляли, а ракеты поставили. Что это значит? Ничего это не значит. НАСАМСы поставили месяц назад. Оплатили, поставили, это было в официальных документах, никакого секрета нет, их сделали новенькие, Словакии уступили свою очередь, и Украина получила из Норвегии две батареи НАСАМСов, все это было известно, никакого секрета нет, почему надо заговорчески подмигивать Арестовичу, я не знаю. А вот к ним сейчас поставили снаряды, ну и слава богу. 1000 джавелинов, 50 БТРов медицинского обслуживания, то есть военных передвижных эвакуационных машин, взрывчатка и мины противопехотные. Что-то поставили. То есть кругом бегом тяжелого вооружения здесь, ну вот тот, кто стреляет и наносит максимально это самое, нет. Хотя миллиард, сумма огромная. И чтобы меня неправильно не поняли, безусловно, без снарядов, без ракет и без взрывчатки воевать невозможно. Но то, что называется на военном жаргоне defense capabilities, то есть оборонные возможности, за исключением 20 минометов, вот за последнюю миллиардную поставку, которая объявилась в этот понедельник, ничего нового не поступило и не поступает. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Как бы вы прокомментировали вот эту помощь, Андрей, с вашей точки зрения и с вашего опыта? Ну, смотрите, как на мой взгляд, поставки боеприпасов, ну, мы не знаем точно номенклатуру, конкретное наименование боеприпасов, каких поставляется. Я считаю, что если поставляются управляемые боеприпасы, например, такие как реактивные снаряды 155-миллиметровый «Экскалибур», вот, их в принципе не, ну, как бы не, нет в достаточном количестве ни в одной армии мира, они не предусмотрены для массированного артиллерийского обстрела. Это точечное оружие, как управляемая ракета, это управляемый снаряд. Поэтому то, что заявил Ллойд Остин на последнем своем, в последнем своем выступлении, что уверил украинскую сторону, что будут и продолжать ее поддерживать, и все необходимые, значит, боеприпасы в достаточном количестве будут поставляться. Это, конечно, хорошо, потому что в украинской армии, украинская армия, которая практически полностью зависит от поставок западных видов вооружений и боеприпасов, наличие достаточного количества боеприпасов, оно позволяет, ну как бы это сказать, качественно выполнять свои военные оперативные задачи, вот, чтобы, условно говоря, украинской артиллерии не приходилось выбирать между этой целью или этой целью, они могут ее одновременно, так сказать, накрыть. Проблема в другом, что те же гаубицы, те же хаймарсы, те же М270, это все-таки, как бы это сказать, это все-таки оружие, которое оно не, оно тоже подвержено поломкам. То есть у нас нет идеального оружия, которое оно не ломается на фронте, тем более в экстремальных условиях всякое оружие, оно, как правило, ломается. Вот. Поэтому если даже из этих 16 хаймарсов, которые есть сейчас на вооружении Украины,
один-два они могут находиться, ну, в ремонте. Это вполне нормально, потому что идет износ стволов, идет износ других каких-то частей, существуют поломки, вот, и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, поставки именно новых видов оружия, они, к сожалению, либо не идут, либо мы о них просто не знаем. Вот, например, насколько я понимаю, не было нигде заявлено, по крайней мере, открыто не было заявлено о поставках вот этих противорадиолокационных ракет типа HARM, которые вот сейчас как раз-таки недавно начали активно применяться воздушными силами Украины, и что позволило, значит, российским солдатам удачно курить на аэродромах. Вот. Об этом нигде не было заявлено. Я, по крайней мере, может быть, я пропустил, но я довольно внимательно слежу, опять-таки, за новостями о поставках оружия. Нигде в номенклатуре не было этого указано. Были некие намеки, значит, с указанием на то, что на неназванные источники, это все было как бы очень расплывчато. Вот, вполне может быть, что мы просто как бы не имеем полноты информации, может быть, действительно это оружие идет в Украину, может быть, оно где-то складируется, а потом по факту его применения начинают объявлять о том, что оно вот оно уже как бы есть. Может быть и такое. То есть война это как бы, как вы понимаете, и процесс взаимного обмана, то, что, значит, Украины нет, можно сказать, что оно есть, а то, что есть, можно сказать, нет. Это все вводит в заблуждение также противника. Вот, поэтому я бы не стал как бы однозначно говорить о том, что у Украины сейчас есть, чего нет. Мы этого просто не знаем. Мы увидим это в процессе применения уже на театре военных действий. Вот. А с моей точки зрения, чего я, ну, надеюсь, что поставки именно управляемых видов вооружений, управляемых боеприпасов, вот эти поставки, они должны будут увеличиваться, потому что украинская артиллерия, вообще западная наша натовская артиллерия, натовские виды вооружения, они берут не количеством, а качеством. Вот, вместо 10 залпов, например, неуправляемых снарядов, можно сделать один и точно поразить цель. Вот, поэтому я надеюсь, что вот эти поставки будут продолжаться, а там посмотрим. Я не знаю, у меня нет такой информации, что сейчас идет в Украину, чего нет. К сожалению, об этом знает всего несколько человек, я думаю, и в США, и в Украине. Хорошо, спасибо. Можно я прокомментирую, потому что я категорически не согласен. Да, прокомментируйте. Я нормально слышу? Да, отлично. Значит, я не буду называть имя этого человека. К нам обратился американский гражданин украинского происхождения, который является полковником в отставке интендантской службы, всю карьеру которого ушла на постановку вооружений по западным, помощи Запада Афганистану, Ираку и так далее. Он пришел во всех этих цепочках. Он скинул мне на драйв секретную информацию, связанную с процессом этих поставок. Наши аналитики внимательно разобрали с этими поставками. Это длинный бюрократический процесс, который мы уже неплохо понимаем, полученный на основании вот этих источников. Здесь, подчеркиваю, нет ничего секретного. Но он получил эти слайды и эту информацию. Оказывается, в Америке есть университет по подготовке тыловиков, которые в чем числе занимаются поставкой вооружения и так далее. И нет ни малейшего сомнения на основании прочитанных документов, что как только Конгресс подписывает какое-то вооружение, это public record, public knowledge. И хотя война – это искусство obfuscation, искусство обмана, американское общество устроено так, ну, в силу поставленных процессов, как они поставлены, и нам сейчас, нам это protectukrainenow.org, известны эти процессы, я категорически не согласен, и не существует ни одного доказательства о том, что американцы поставляют оружие сверх или мимо того, что они говорили. Вот те самые ракеты, подавляющие электронного действия, вот были поставлены 3 поставки назад. И это когда они пишут некоторые ракеты, то, что я подчеркиваю, obfuscation, вот там, где невнятно написано, вот там они записаны. Но заявлять о том, идут какие-то существенные поставки, о которых американское правительство не заявляет своему Конгрессу, это категорически, вот сейчас я могу говорить вслух, категорически не соответствует тем процессам, которые они поставлены.
Более того, пока мы здесь, чтобы два раза не вставать. Так как мы разобрались с процессами поставки вооружения в воюющие страны, Украина не первая страна, в которую Америка поставляет вооружение, естественно, стало очевидно понятно, о чем говорит Виктория Спарц. То есть существует процесс, поставленный процесс контроля над поставками вооружения, который в Украине не работает в силу того, что у них не было там посольства, и этот процесс не налажен. Вот все, что она требует, чтобы включили тот процесс, он расписан блоками, структурами, трехлетерными, трехбуквенными акронимами, и все, что она хочет, чтобы этот процесс в Украину приехал. Вот теперь становится все абсолютно понятно. То есть я прошу очень вас, Андрей, и всех остальных, не распространять информацию, которая не имеет четко подтвержденных данных. Америка, я категорически заявляю, не поставляет ничего более того, что она обещает. Процесс почти прозрачный. И когда американцы не хотят делать его полностью прозрачным, они в строчке не указывают номенклатуру. Вот когда я сейчас зачитывал, и там написано «ракеты для Хаймарса», совершенно легко можно допустить, что это могут быть не только М-31, но могут быть поставлены и ракеты более дальнего действия. Вот там не написано. Но поставить самолет и не сказать, что не поставили, американцы не будут. Это нарушение норм и процессов. И в каждом, вот в каждой дроудаун участвует огромное количество лоеров. Это все на контроле Конгресса. Вот так устроена странная Америка. Мне самому странно, как она устроена. Но процесс вот такой и другого еще не создали. Вот когда создадут, мы об этом расскажем. Сейчас мы знаем, как работает их процесс, американский процесс о поставке вооружения, не только Ленд-Лиз, а всех остальных программ. От момента Конгресса, Congressional Approval, от момента под подписи акта передачи в Польше поставленных оружий. То есть я не говорю, что я знаю, что поставили, но я говорю о том, что делать любые заявления о том, что мы никогда не узнаем, война дело тотное, это, мне кажется, недостоверно и неправильно. Оставили то, что обещали. Такой у меня комментарий. Да, интересно. Но я хотел бы сказать, что вы можете быть правы оба, потому что кроме Украины, кроме США, в Украине есть другие союзники, которые, возможно, они не афишируют, что они поставляют. И, ну, например, мы знаем, что Польша передала там 200 или 300 танков. 200 танков раньше. 230. Вот. Т-71 М2. Да, но они как бы не очень согласовали-то с администрацией Байдена, я так понимаю. И, возможно, есть еще другие страны, которые могут что-то поставить и даже не говорить, мне так кажется. Я абсолютно с вами согласен. Когда я говорю о всех поставленных процессах и цифрах, я абсолютно четко говорю то, что я говорю об американской стороне, об американских процессах, об американском конгрессе. Понятно. В нашей группе достоверно известно, что ряд стран приняли позицию, это их право, это их закон, это их процессы, что они оглашают только лишь суммы поставок и не называют номенклатуру. Это нормально, это честно, это существует, мы знаем эти страны. Угу, понятно. Совершенно не исключено, что Америка может оплатить этим странам поставку американской военного оборудование через эти страны, как и через третьи стороны, и в этом случае процесс совершенно другой. Но когда мы говорим о presidential drawdowns, вот уже 18-й прошел, вот тут все уже стало абсолютно кристально чисто и понятно. То есть вот тут уже никакого секрета уже нет. То есть мы понимаем, как устроен процесс. Опять же, подчеркиваю, я не говорю, что знаю, что поставили с точностью этой пули. И еще один вопрос, который мы знаем, когда поставили, когда прошел передача и так далее. Вот это вот все, но с точки зрения американского закона, как ни странно, вот удивительно странно, но так работает, ничего не могу сказать по-другому. Конгресс имеет право об этом знать, и как только Конгресс об этом право имеет знать, это становится public record, и до тех пор, пока Конгресс не считает нужным это засекретить, это будет public record. Все. Понятно, спасибо. Андрей, ну вы, я так понимаю, только с таких публичных, с прессы брали данные, с доступных источников, да? Ну да, у меня нету связи в Конгрессе, у меня нету как бы какого-то инсайда в Пентагоне, естественно. Я, опять же, источник моей информации — это то, что я вижу в телеграм-каналах, то, что распространяется, то, что, например, рассказывают различные эксперты. Кстати, согласованной позиции нету
нигде как таковой. То есть одни говорят, что могли поставить, поставили, может быть, поставят. То есть никаких точных данных я нигде не вижу. Вот единственное, что я видел последнее, это вот там такая крошечная страна, как Северная Македония, передала 4 штурмовика Су-25. Тут мне все понятно, 4 Су-25 и количество, и номенклатура. А когда идет речь о поставках американских видов вооружений, там, к сожалению, никакой конкретики я, ну, по крайней мере, из того, что мне известно, и того, что я вижу, у меня такой, я такой информацией не обладаю. Понятно, спасибо. Вот тогда вопрос к Сергею. Последние два пакета помощи по 1,5 миллиарда, менее за 10 дней, это что-нибудь может изменить в Украине, на фронте? Вы... Немножко вас поправлю. Это не последние два по 1,5 миллиарда, это 550 миллионов и миллиард, то есть вдвоем 1,5 миллиарда. Окей. Угу. Давайте, прежде чем мы перейдем к вооружению, немножко подумаемся на один этаж выше и посмотрим, как мне кажется, очень важно понять, собственно, что происходит, и займемся, ну, в общем-то, немножко аналитикой, а потом перейдем уже к пересчету ракет, там, взрывчатки и прочих, естественно, важных вещей. И что мы имеем? В мае в первом Рамштайне было сделано заявление, что цель этой войны для американцев — это выгнать россиян за пределы официальных границ Украины, то есть выгнать. И были заявления, что Америка готова перевернуть небо и землю местами. Там были очень громкие заявления сделаны. И я абсолютно верю, что тогда, когда Ллойд Остин делал эти заявления, он говорил совершенно искренне. Прошло после этого 2 недели. В конце мая вышла статья, подписанная Байденом. Ну, скорее всего, он, наверное, не писал, хотя Бог его знает. Вот, статья, точно подписанная Байденом, где было сказано, что основная цель войны – это демократическая, успешная, процветающая, независимая Украина. Все было перечислено, кроме одного важного слова. Да, суверенное было сказано, суверенная, демократическая, процветающая, независимая. Все хорошо, кроме одного важного слова – а в каких границах? То есть, если читать эту статью, то вот как раз в конце мая, 31 мая вышла статья, самый, наверное, важный вопрос, о котором идет война, собственно, в каких границах, сказано не было. Я считаю, то есть дальше это не факт, это мои комментарии, мои утверждения, мои наблюдения. В промежутке от середины мая до конца мая было принято решение в Белом доме коллективной группой лиц, я не думаю, что только Байден решение, минимизировать риски, не доводить войну до позорного поражения России, не доводить войну до поражения Украины и свести войну к какому-то взаимовыгодному ничьи, то есть перемирию или миру. Почему я так считаю? Во-первых, обратите внимание, как начиная с начала мая, все упорно и тщательно, все абсолютно, это Кирби, это... Ллойд Остин, это, ну, абсолютно все, говорят одну и ту же фразу по одной и той же, ну, не шпаргалке, естественно, но фраза одна и та же. Мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько нужно. Эта фраза говорится... Для кого говорится эта фраза? Эта фраза говорится для Путина. То есть они объясняют Путину, что экономически Америка более развита, И она будет помогать Украине столько, сколько нужно. Они объясняют Путину, что Путин Украину не пересидит. С другой стороны, ленд-лиз не работает. На вопрос месяц, или уже 1,5 месяца назад, почему в начале, не, месяц назад, ровно месяц назад, на вопрос, почему ленд-лиз не работает, ответ был от Кирби невнятный. Ответ был дословно: мы до сих пор рассматриваем. Я попрошу Андрея прокомментировать качество вооружений, но с моей точки зрения, когда-то я, в общем-то, был офицером советской армии и немножко разбираюсь в танках и так далее, я танкист по образованию военному. Вот, штурмовое вооружение, то, что называется assault, то есть танки, infantry и так далее, практически не поставляются. Вы правильно, Богдан, заметили, что поляки выскочили, дали 230 танков, которые обещали дать Абрамсы, но почему-то Абрамсы не дали.
и почему-то поляки хотят заказывать теперь за свои деньги эти танки в Корее. Это уже официальная информация. А где Абрамсы делись? Где они делись? Непонятно. Вот. И второй вопрос, который мне был абсолютно непонятен, то есть, а зачем Рамштайн? Ну, реально, вдумайтесь. Ну, вот у меня в доме пожар. Нужно ли мне собирать уличный комитет и решать, кто какое ведро принесет? Или давайте принесем все, что есть, давайте потушим мой пожар, а потом разберемся, кто сколько потратит. Зачем в Рамштайне 50 человек, 53 страны, из которых только 20 дала хоть ответ? А что делают остальные 33? Ну, реальные вопросы. То есть давайте посмотрим на вещи, как они есть. Что делают оставшиеся 33 страны? То есть там сейчас официально аж 53 страны коалиция, антипутинская коалиция, все замечательно. Количество вооружений идет с удивительной стабильностью, примерно составляющая 500 миллионов в неделю, то есть 500 миллионов в неделю, если усреднить последнее, это самое, то есть идет потоком в 500 миллионов в неделю. Иногда пропадает, а не возрастает. Дальше следующее наблюдение, которое существует. На все вопросы, существует ли долгосрочный план поставки. Ну, то есть планировать-то как-то надо, изготовлять чего-то надо. А есть ли план? Ответ такой, плана нет, мы всегда поставим в реальном времени то, что нас просит Украина. Почему не то? Если посмотреть на график, я его прислал, поставок, он полностью коррелируется с поведением на войне. Украина побеждает и перехватывает военную инициативу, поставки падают. Это просто корреляция прямая. Украине тяжело, Украина принимает большие поражения, теряет людей, поставки возрастают. То есть у меня сложилось четкое впечатление, что у Белого дома существует такой, ну как вот термостат, и он держит, Белый дом имеется в виду, эту войну в каком-то средней силе интенсивности, не давая Украине больше, чем надо, и не давая меньше, чем надо. Чтобы с одной стороны не довести Россию до эскалации, и я объясню, что они считают эскалацией, а с другой стороны не дать Путину выиграть эту войну. Вот эту ту игру, которую, как я считаю, это мое мнение, играет Белый дом. То есть, если в Киев войдут российские войска и сменят режим, это поражение, которое Байден не переживет, политически не переживет. Под Байден имеет Белый дом, естественно, он лично. После Афганистана это уже несерьезно, да, это просто будет смешно. То есть никакой, как бы, ну, угрозы то, что Америка сольет Украину и россияне войдут в Киев, этой угрозы точно я не вижу, будут давать ровно столько, чтобы произошло. С другой стороны, я абсолютно убежден, что Белый дом рассчитывает следующее. Зачем нам доводить до военного, ядерно-военного конфликта? Путину 72 года. Санкции рано или поздно заработают. Давайте сделаем перемирие, давайте Украина может пожертвовать, может не пожертвовать какими-то территориями, это уж как там фишка ляжет. Но через 3-5 лет Путин умрет, а если не умрет, его пришел будет той самой пресловутой табакеркой, а если не табакерка, то ковид, а если еще что-то. А если ничего не произойдет с Путиным, то санкции заработает. В том любом случае, зачем рисковать мировым ядерным конфликтом ради какого-то Донбасса, о которых никто никогда еще не слыхал до этого? И с точки зрения Белого дома и их оценки рисков, это достаточно логичное и резонное поведение. Если принять за основу эту гипотезу, это, безусловно, моя гипотеза, то все поведение Белого дома становится полностью четко объяснимо. Дают ровно столько, чтобы не было позорного поражения Украины и чтобы не было, естественно, позорного поражения России. Это очень жестоко по отношению к тем людям, которые сейчас воюют в окопах. Но с точки зрения Белого дома, это так, как они минимизируют свои риски. А риска у них два. Либо взрыв ядерного оружия на территории Украины, на который придется как-то реагировать. То есть не реагировать нельзя, что-то нужно будет говорить. Обратный взрыв сделать невозможно. Санкционного давления не осталось. То есть им больше нечего давить. Больше, чем они уже сделали, сделать невозможно.
То есть, не дай бог, произойдет ядерная атака, естественно, тактического оружия на территории Украины. Им нечем отвечать, им от Белому дома. Пакетов нет, ничего нет и так далее. Вот. И прямая конфронтация России, российской армии с НАТО их тоже не устраивает. Поэтому они не хотят доводить до этих крайностей. Они хотят, используя фразу Макрона, сохранить Путину лицо. Они абсолютно не беспокоятся о Путина лица. Они боятся, что непредсказуемый Путин, загнанный в угол, сделает эскалацию такого уровня. Вот это моя концепция. Все, что происходит с вооруженными поставками, качеством, количеством, полностью в нее вписывается. И я думаю, нам, как аналитикам этого процесса, нужно это понимать. Ну, опять же, подчеркиваю, это никто об этом не пишет. Это моя концепция. Надо заметить, они не могут ее вслух объявить. Как только они объявят ее вслух, то энтузиазм защитников, украинских защитников, резко упадет. Поэтому, с одной стороны, нужно выходить, милый, на все конференции, говорить, мы поддержим. И дальше они говорят для Путина, и поддерживать будем до конца, что ты и не думал, что мы бросим Украину. Но с другой стороны, уровень поставок, количество поставок, странные то пропадания поставок, потом лихорадочное поставление этих поставок. То есть в июне было на 500 миллиардов, сейчас уже только вторая неделя августа уже 1,5 миллиарда. Логистические цепочки нужно потестировать? Нет. В июне были хаймарсы, которые раздолбили всю это самое, и дальше им не нужно было, чтобы россияне, украинцы перешли в атаку. Сейчас инициатива перешла в руки в сторону русских, они увеличат вооружение. Они просто четко реагируют на температуру этого военного конфликта. Спасибо. Как можно это прокомментировать, Андрей, с вашей точки зрения? Ну, интересная мысль. В принципе, ну, я думаю, что есть такая вероятность, как сказал Сергей, что наша администрация, видимо, тянет время. Ну, я считал, что она тянет время до ноябрьских выборов этого года. И мы знаем, что много разговоров о том, опять-таки в общественном пространстве, о том, что якобы, опять-таки, что ленд-лиз заработает в октябре. Вот. Ну, мы понимаем, что это неправда, это дезинформация, но такая установка уже была как бы создана, что вот именно в октябре, причем не в начале, не в конце октября, мы не знаем, и никто не знает. Но вот как бы людям в Украине как бы и причем самые такие, скажем, значимые общественные фигуры в Украине такую информацию преподносят, таким образом создавая ложное ощущение Украины, что в октябре пойдут поставки, массовые поставки оружия. Вот. С другой стороны, я тоже согласен, что Украине сейчас дается в основном оборонительное оружие. То есть вот эти новая партия джавелинов, это в чистом виде оборонительное оружие, которое хорошо себя зарекомендовало в первые недели и месяц войны, когда, значит, нужно было отбивать на колонны наступающих российских войск. Гаубицы, насколько я знаю, М777 они не поставляются пока что. Про новые хаймарсы, опять же, речи не идет. Нам в Украине сказали, что действующих уже достаточно. Вот, то есть я, в принципе, я не могу сказать про мотивы, но логика понятна. Да, я уже об этом говорил, что нынешняя американская администрация не заинтересована в быстрой победе Украины, если она вообще заинтересована в этой победе. Они, конечно, не дадут Украине упасть, то есть не дадут России выиграть эту войну. Но и проиграть Путину они тоже не хотят дать такую возможность. Поэтому, видимо, их цель, да, перевести этот конфликт в затяжную какую-то фазу, вывести на очередной какой-нибудь Минск-3, вот, заморозить этот конфликт, вот, а потом переложить эти проблемы на плечи следующей администрации. Вот, я думаю, что логика у них такая. Очень вероятно, мне кажется, такой сценарий.
с моей точки зрения. А каков статус закона о ленд-лизе, Сергей, и когда он должен заработать, с вашей точки зрения? Я сошлюсь на вот того самого полковника, который нас консультирует. Я попросил его, с его огромным опытом, человек работает в отделе поставках вооружений последние практически 20 лет. То есть он был в Украине, он был в Казахстане, он был в Ираке. Ну, человек, который вот реально участвовал вот конкретно в этой каше. Не просто американский военный, человек, который очень хорошо знает всю эту кухню. Вот. У него нет четкого представления. Это, говорит, интерпретация. Поэтому я сошлюсь по-прежнему на Джона Кирби, который сказал, цитирую дословно, мы еще не знаем, какие бюджетные полномочия предоставляет нам этот закон. Он сказал это месяц назад. Существует два толкования этого закона. Любой человек вам скажет, что он знает, как его толковать, он врет. Если об этом не знает Джон Кирби, то, наверное, любой аналитик, как вы и я и так далее, знает, что это просто спекуляция. Вот. Значит, в законе, и, как ни странно, это необычно, так они часто пишут законы, все, что написано дословно, это президент должен предоставить за 60 дней план по снятию, по упрощению бизнес-процесса. Все, что написано. Тут бизнес-процесс поставки вооружений. Закон требует президента упростить этот бизнес-процесс. У Кирби спросили, сделали ли это. Он ушел от ответа. Считаю, что не сделал, значит, сказал, что сделали. То есть, отвечая на ваш вопрос, вероятность того, что по закону о ленд-лизе будут поставлять оружие без дополнительной авторизации, без разрешения Конгресса, хотя и существует, с моей точки зрения, невысока. Скорее всего, этот закон таки написали для того, чтобы упростить процесс поставки и сократить вот тот длинный бизнес-процесс, но каждую поставку оружия будут сопровождаться Congressional Approval Authority, то есть Конгресс, как это обычно это должно было делаться, проапровывает очередные суммы бюджета на поддержку Украины. Пока, вот на сегодняшний момент, суммы поставок абсолютно внутри бюджета 40 миллиардов, они потратили из тех вот 40 миллиардов, потрачено было, сейчас там, не помню точную цифру, но чуть больше 5 миллиардов. То есть там еще бюджета хватает. Мы все понимаем, что половина это вообще не про оружие. Но, тем не менее, 20 миллиардов там про оружие, потратили только 5, поэтому там бюджета хватает, и они поставляют это, то есть у них есть бюджет на поставку, и они не спешат его поставлять, поэтому пока этот бюджет не израсходуется, ни о каком ленд-лизе речи нет. И мое ожидание, не могу сказать prediction, но не предсказание, но мое ожидание того, что когда они израсходуют вот этот бюджет, Конгресс проапровывает следующий. Пока это им не нужно, у них из 20 существующих им этих самых миллиардов, они потратили чуть больше 5, еще тратить и тратить. Поэтому заработает ленд-лиз, как бесконечная огромная поставка оружия, я очень сильно сомневаюсь. И если моя концепция о том, что Байден, вернее неправда, кабинет Белый дом, хочет свести войну в ничью с точки зрения минимизации рисков, то вопрос анализа не актуален. То есть, если я прав, и они просто минимизируют риск прямой конфронтации Соединенных Штатов или НАТО с Россией, они не хотят конкретно, чтобы была прямая конфронтация из-за Украины. Был еще один аргумент, который для меня был очень важный. Я очень боялся, что Тайвань пойдет забирать, вернее, Китай пойдет забирать Тайвань, если добрые силы плохо сыграют в Украине. 2 дня назад было сделано заявление Белым домом, что они не ожидают и не боятся аннексации Тайваня Китаем. Это официальная позиция Белого дома. А если они этого не боятся, у них нет никакой политической необходимости дать оружие в размере там сотен миллиардов и выбросить русского агрессора за Украину. Причем здесь Тайвань, наверное, я должен объяснить. Была логика, если Украина падет, Тайвань будет следующий.
если Путин уйдет с куском территории в зубах из Украины, то Тайвань будет следующим. Сейчас нам Белый дом объяснил, что по имеющейся информации, они Китая не боятся. В течение 2 лет они сказали, Тайвань вне опасности. А следовательно, зачем рисковать? В конце концов, в ядерном вооружении это же математическая игра. У кого перенапугает. То есть это классическая теория математических игр. Если Путин убедил их, что он больной на голову, там, на рак, на что угодно. Помните, сколько было сбросов, что Путин болен? Сколько нам об этом рассказывали? Что у него рак, что ему осталось 2 дня. Это были однозначно сбросы, сделанные КГБ, то бишь сегодняшним ФСБ, для того, чтобы убедить Белый дом, что он настолько, ему осталось жить 2 недели, ему терять нечего, это просто этот самый хасид, который взорвет с собой весь мир. Ну, одно заявление Путина, чего стоит, мы уйдем в рай, а они все подохнут. Это же было сделано для того же самого. Это части соединенной кампании по запуганию Белого дома. Я сейчас, держите меня 7, сейчас я такое взорву, что вам всем мало не покажется. И похоже, что частично или полностью часть этой пропаганды заработала. И Белый дом рисковать не хочет. А зачем? Вот поставьте себя на сторону Байдена. С одной стороны, все едет, куда едет, и понятно, что война это рано или поздно закончится, там плюс-минус в какую-то сторону. Да, понятно, что какой-то кусок Украины Путин себе зубами, как волчара, отхватит. Но они-то считают, что Путин это единственный источник зла, то российский народ моментально отдумается, как только Путин погибнет. Они же не понимают, что это не Путин создал российский народ, а российский народ создал Путина. Что сейчас наоборот. С точки зрения Белого дома, как только Путин закончит свое существование, война закончится, агрессия закончится, Крым вернут, все станет на свои прекрасные места. Так зачем же рисковать за 3 года до того, как все так прекрасно сложится, сейчас прямым военным конфликтом с Россией? То есть это абсолютно четкая и логическая позиция людей, которые все получили прекрасное образование, людей, которые карьерные бюрократы, они так мыслят, они так думают, все сложилось до одной кучи. Они не хотят эскалации этого конфликта. Они хотят деэскалировать, и они в лоб об этом говорят. Ну, вдумайтесь, выступает генерал Милый, и на вопрос, как закончится эта война, он скажет, что он говорит дословно следующее, цитирую, война будет долго, пока любая из сторон не поймет, что надо договариваться. Конец цитаты. Ну, не дословная цитата, но дематически правильно. Ну, генерал Милли это тот человек, который ну, точно знает, сколько поставляет оружие. И если он так считает, то ну, как бы нам считать по-другому уж совсем странно было бы. То есть все собраны нашей группой политические пазлы, кусочки пазла складываются очень элегантно в общую картинку, просто вот складываются вместе. Если принять за основу концепцию того, что Белый дом не хочет эскалации этого конфликта, хочет дезэскалации, путем временного, как они считают, завоевания куска России, куска Украины России. Такая моя концепция. Поэтому пойдет ли ленд-лиз? Вряд ли. Спасибо. Андрей, как вы думаете, какая ваша точка зрения по этому вопросу? Я уже озвучил, я изначально говорил, что нынешняя администрация, она не готова принимать как бы, такие жесткие решения в отношении геополитических, скажем так, конкурентов. Более того, наша нынешняя администрация, в принципе, и во многом виновата во всех тех вот проблемах, которые сейчас существуют, я имею в виду и с Тайванем, и с Украиной, и с Косово, вот, и с Израилем и так далее. Вот, именно отсутствие намерения жестко, я не говорю про как бы действия, но хотя бы даже формулирование намерения решить эту проблему, вот, оно в принципе развязывает руки. Вот, Путину, да, он, конечно, я согласен, что не завтра, послезавтра Путин никуда, естественно, не денется, что это как бы игра спецслужб, это вбросы, естественно, Россия в этом преуспела давно. Вот, но, к сожалению, наша нынешняя администрация радостно в эту игру согласилась играть.
Напомню, что вот, например, там, сколько получается, 30 лет назад была война в Персидском заливе. Напомню, что Саддама Хусейна тоже было оружие массового поражения. Правда, ядерного не было, но химическое и бактериологическое было. Это не помешало Соединенным Штатам и широкой международной коалиции с ним разобраться. Вот здесь как бы ситуация иная. Я думаю, что слишком нынешняя администрация заботится о сохранении своего рейтинга, более чем о защите прав и свобод. И тем более, самое главное, о репутации Соединенных Штатов в мире. Потому что самое главное, опять же, одно из самых главных, на мой взгляд, что страдает, это репутация Соединенных Штатов в мире после таких вот нерешительных действий Белого дома. Понятно. Господа, давайте немножко поиграемся в такие деловые игры, как называется на бизнес-языке, и представим, что один из нас Белый дом. И представим себе абстрактно, не дай бог, конечно, то Путин, которого практически выдворили за пределы границ Украины, бросает ядерное оружие. Будет ответ Белого дома. Вопрос. Ну, во-первых, я считаю, что Путин слишком любит жить, и он на это не пойдет. Согласен. Ну, предположим, что он тоже сделал. Дальше. Вот с этого момента дальше. Понятно, маловероятно. Смотрите, вообще весь блок НАТО, да, он же и создавался, в принципе, именно для этой ситуации. Задача была противостоять Советскому Союзу, и как бы блок НАТО именно с этой целью как бы и был создан. И его доктрина была именно в том, чтобы противостоять международному давлению Советского Союза и расширению коммунистического влияния, по сути. Вот. А по факту оказывается, что ни Соединенные Штаты, ни блок НАТО, мы не готовы какой-то решительной конфронтации с другой ядерной державой. Вот нету ответа такого. Давайте, то есть, представь себе, это не стратегическая, это тактическая боеголовка, не дай бог, абстрактно размышляем, падает на Украину. Сергей, на Мариуполь какой было будет сброшено уже три тактических ядерных боеголовки. Согласен, в Мариуполе взорвалось три ядерные боеголовки. Примерно с таким же количеством. Это что-то абсолютно поменяло, согласен. Нет? Но. Мы говорим вокруг. Простой вопрос. Это произошло. То есть на часах Байдена, пока Байден дежурит вот в Белом доме, взорвали ядерный боеголовку. У него есть какие-то способы, как ответить? Ну, кроме того, что он выступит и скажет, что мы отрицаем, порицаем и так далее. Какие у него есть хода? Какой? Мы отомстим, тебя будет ужасно? Нет. То есть я к чему это говорю? Опять-таки, мы же говорим о Байдене, мы говорим о роли личности в истории, если бы на его месте... Мы говорим о коллективном... Байден уже, наверное, не личность в истории, мы говорим о коллективном Белом доме. То есть у Белого дома какие хода остались? Санкции уже, больше санкций, чем мы не наложили, не наложили. Нанести ответный ядерный удар по принятым, по центрам принятия решений? Какие у них хода остались? Полностью дать оружие Украине, в том числе и тактическое ядерное, например. Страну, которую не считают полностью коррумпированной, где все разворовывается и так далее. Кто считает? Ну, я как бы играю Белый дом. То есть я пытаюсь объяснить этим вопросом позицию Белого дома. Опять же, Сергей, я не знаю, я считаю, что у нашего, у Пентагона, у Белого дома есть определенный сценарий, вернее, скажем так, учебник или методичка, условно говоря, что делать в том или ином случае. То есть эти сценарии, think tanks наши, они просчитывали и просматривали. Я думаю, что, ну, иначе за что мы платим деньги, наши tax dollars? Естественно, я надеюсь на то, что они делают свою работу. У меня нет доступа туда. Я считаю, что вооруженные силы Соединенных Штатов вполне способны эту угрозу купировать. Вполне способен. Вот мне прокомментировать две вещи. Первое, что меня убедил мой жизненный профессиональный образ, опыт, что аналитикам доверять нельзя. Это аналитики, которые увидели развал Советского Союза, аналитики, которые еще год назад говорили, что Афганистан простоит минимум 2 года. Мы всех видели этих аналитиков, да?
Это аналитики, которые говорят, что Киев падет за 3 дня. Это вот все те самые аналитики. И теперь мы им доверяем, что... К сожалению, что? Да. К сожалению, ну, да. Назовите мне хоть что-нибудь, что аналитики сказали, хоть более-менее как-то предсказали правильно. Ну, то есть, я же аналитики, говорю, все зависит от того, кого мы слушаем. Понимаете? Вот, то есть, нет, я говорю о военных, профессиональных аналитиках. То есть весь этот NSA, National Security Administration, вот все эти аналитики, они систематически ошибаются. Причем ошибка, она систематическая, потому что они делают предсказания будущего на основании трендов прошлого. И когда тренд меняется, они не предсказывают ничего, потому что они считают, что если Советский Союз ему было 70 лет, то он еще 70 лет проживет. А то, что он взял и развалился, никто не видел. И так далее. То есть, ну точно про аналитиков бы я не переживал. Вот, я просто говорю, что с точки зрения, ну, обычной риск-анализа, риск-ассессмент, с одной стороны, иметь сумасшедшего Путина, который может бросить бомбу, а с другой стороны, свести игру в ничью в надежде, что рано или поздно Путин закончится, и ситуация выйдет сама, объясняет их поведение. Это не сговор Байдена с Путиным. Это не предательство. Это, в общем-то, очень логичное. И даже, в общем-то, очень понятно, если они не боятся распространения вот этой эскалации во всем мире, то, что происходит. Тут Косово у нас, тут пошли какие-то трещины по швам на Горном Карабахе. Если они не боятся эскалации всемирной, похоже, они не боятся. То есть вести войну в ничью в надежде, чтобы что-то оно само рассосется, главное, не при моем дежурстве. Вот я иду с дежурства, а там как трава не растет. Вот. Я думаю, это объясняет их поведение, и тогда все становится свободным. Это самое. Теперь я бы хотел в оставшееся время поговорить, если возможно, что мы можем сделать. То есть, прежде всего, мы, американские граждане, можем продолжать давление на наших политиков. Это единственное, особенно в предвыборной ситуации. То есть, это их мнение, а теперь давайте поговорим о нашем мнении. Я думаю, все мы здесь трое собравшихся четко понимаем, что Украина должна выиграть эту войну и вернуть свои завоеванные территории. Да? Тут у нас сомнений нет. Поэтому мы должны продолжать политическое давление. Пользуясь случаем, я хочу попригласить и попросить через ваш канал, если кто-то слушает нас в Америке или не в Америке, и есть маркетологи, нам в наш отдел нужны люди по маркетингу. Мы готовим новую, очень интересную программу, как увеличить политическое давление наших политиков. Потом расскажу, когда она заработает. Но сейчас нам нужны маркетологи. Вот. Те, кто меня слышит, пожалуйста, придите на protectukrainenow.org. Там есть страничка, где вы можете очень легко, там, 2 касания, заполнить петицию, письмо и отправить своим сенаторам и конгрессменам. Вот. И это, пожалуй, единственное, что мы можем сделать, кроме того, что действительно пытаться понять и анализировать, что происходит. При этом Андрей и Богдан... Ваши догадки такие же, естественно, как и мои. Мы все пытаемся понять, что происходит. Понятно. Но я хотел бы, если можно, прокомментировать. Вот ленд-лиз, например, сенатор Джон Корнин, который был инициатором этого ленд-лиза. И главная цель ленд-лиза для Украины была ускорение поставок и устранение бюрократической всякой волокиты. И он это рассказывал еще в апреле. Он говорил, что в апреле уже было очень поздно, и именно из-за этого там был 60 дней, это дедлайн, если посмотреть на документ, это дедлайн, то есть самый крайний срок был 60 дней. Главная цель, для чего ленд-лиз, она как бы была смещена и как-то забыта, мне кажется. Вот мы сделали целое видео, где комментируют этот документ разные сенаторы, страны, каналы, пресса, видео номер 100, кому интересно. Конечно, мы можем ошибаться, но, по крайней мере, это со слов этих сенаторов. Вот, и хотел бы еще спросить у вас обоих, есть ли у вас какие-то прогнозы? Конечно, я начал. Mm-hmm. Мой прогноз еще виден, то есть поставки будут продолжаться. Поставки будут продолжаться обратно по профессиональному поведению или инициативе на фронте. Чем успешнее будет у украинцев, тем меньше будет поставок, чем хуже будут там дела, тем больше будет поставок. И
Война эта затянется, как я сказал генерал Милли, рано или поздно, цитирую, обе стороны должны прийти к столу переговоров. Вот это мои прогнозы. Вот. Существенного увеличения defense capabilities, то есть вооруженных средств, то, что реально увеличивает вооруженность, вот, а также существенное увеличение наступательного оружия, наступательно-тяжелого оружия, я пока не ожидаю на основании вот той модели, той концепции, которую я изложил. Но это не означает, что когда-либо американцы согласятся или пойдут на существенно недопоставки вооружения. То есть вот, вот тренд, который наметился, он будет продолжать. Вот это мой прогноз. Хочу, чтобы я был неправ. Очень хочу, чтобы я был неправ, чтобы я пришел к вам на ваш канал, сказал, ребята, все, что я там рассказывал, все это было неправильно, а на самом деле оказалось вот так. Вот хочу опозориться и быть неправ. Я, пока я вижу это так. Да, я согласен, в принципе. Ну, для сравнения, все познается в сравнении. Можно, например, взять тот факт, что Польша в мае, кажется, она заказала в США 500 Хаймарсов. Это страна, которой нет войны. И как бы для защиты 500 Хаймарсов. В Украине сколько дали? 20 там во время войны. Это подтверждает вашу теорию. 16 Хаймарсов и штуки 4 или 5. 6 на самом деле. 6 на 270. То есть там всего 22 МЛРС. Вот, те, кто говорят, что этого достаточно, вы можете посмотреть эту официальную, как бы, это открытый источник, где Польша запросила 500 хаймарсов, чтобы для защиты. Ну, я не знаю, можно ли сделать какой-то комментарий. Как вы думаете, вот, Андрей, с точки зрения вашего опыта? Ну, Польша, насколько я помню, по территории меньше, чем Украина. Вот, и 500 хаймарсов, но опять же мы не знаем, получит ли она эти 500, она их как бы запросила или, скажем, надеется на поставку. Мы не знаем, что поставит ей Пентагон. Как я уже, по-моему, говорил ранее, что Польша не дождалась, по-моему, обещанных американских танков, которые мы обещали ей взамен на ПТ-91, который Польша поставила в Украину. И поляки пошли к Южной Корее и заключили там крупный оружейный контракт. Вот, посмотрим. Но, опять же, конечно, я об этом и говорил раньше, и, в принципе, это очевидно, я думаю, любому человеку, что 16 хаймарсов – это лучше, чем 0, а 160 лучше, чем 16. Это понятно, это очевидно. Чем больше у Украины будет тяжелого современного натовского оружия, тем быстрее эта война, в принципе, закончится. Это тоже азбучная прописная истина. Мой прогноз, к сожалению, на ближайшее время неутешительный. В том смысле, что до наступления холодов осталось совсем немного времени, относительно это полтора, там, два месяца, да, и уже, значит, октябрь, середина октября уже будут заморозки, дожди, вот, плохая погода. И говорить о каком-то решительном контрнаступлении, я думаю, не приходится. По крайней мере, с теми темпами поставок оружия, которые сейчас есть, конечно, не приходится. То есть анонсированное освобождение правобережного Херсона – это максимум, я думаю, и то очень много неизвестных. Это максимум на то, что будет способна сделать Украина в этом году. Вот. В остальном, я думаю, что обе стороны, вернее, российская сторона уже переходит к стратегической обороне. Все наступательные действия, которые она проводит, это не с целью захвата территории, а с целью выхода на удобные оборонительные рубежи, там, например, линии рек, озер и так далее. То есть захватить те территории, которые будет удобно потом оборонять. Вот. И опять-таки в течение зимы, вот зима, например, это будет вялотекущий такой, похожий на донбасский конфликт, то есть там будут позиционная война. Вот. А
До этого, как мы видим, Россия, видимо, надеется усадить за стол переговоров Украину и договориться о вот закреплении политическим путем вот этих вот результатов. То есть что-то себе оставить они точно хотят, выторговать взамен на, скажем, оставление хотя бы, допустим, правобережной части Херсона. То есть что-то... И это, судя по всему, Запад устраивает. Но это не устраивает только одну сторону, это Украина. Я абсолютно с вами согласен. Вот вы всем, что вы сказали, я абсолютно с вами согласен. Есть еще, мне кажется, один вариант, но он менее вероятный. Но если мы возьмем историю после развала Советского Союза, Украина была, мне кажется, входила в десятку наибольших экспортеров вооружений в мире. Вот. И об этом все забыли. В Украине есть технологии, даже которые не уступают западным образцам. Но почему-то эту как бы индустрию забросили, забыли. И, например, генерал Кривонос, он говорит об этом, не раз вспоминал. Потому что если есть технологии, можно наладить производство в странах союзников или, например, как-то организовать. Но он рассказывает об этом подробно, я не специалист. Но все-таки есть такой вариант, который может дать Украине шанс быть более независимой от поставок вооружений союзников, как это было сделано, например, в Израиле тоже. Это реальные... Да, Богдан, но это, понимаете, это очень долгосрочная программа. Это не решается за 2-3 месяца или даже за 2-3 года. Это долгосрочная программа, которая требует стратегического планирования, потому что понятное дело, что в воюющей стране Украина, конечно, то есть не Советский Союз, когда Советский Союз переносил производство там за Волгу, за Урал, куда не могли немецкие бомбардировщики долетать, то вся территория Украины, она простреливается российскими ракетами, вот. И очень сложно налаживать новое производство, как бы в потенциально, естественно, такие объекты, они были бы первоочередные на уничтожение российскими ракетами. То есть они бы, естественно, стояли в списке. Вот, поэтому, соответственно, производство приходится, и вернее, ну, скорее всего, нужно будет налаживать со странами-партнерами, с Польшей, с Чехией, со Словакией, с странами Балтии. Но это долгосрочная программа, и... Сейчас для Украины, я думаю, первоочередная задача — это выиграть войну, вот, а уже потом, как бы, в перспективе налаживать свой, вернее, восстанавливать свой военно-промышленный комплекс и модернизировать его совместно с другими странами-членами НАТО. А пока это, как бы, это долгосрочный очень процесс, и он тоже не застрахован от ошибок, то есть, как бы, мы не знаем, как повернется ситуация еще завтра. В идеале это, конечно, нужно было бы делать. Я согласен полностью. Можно я прокомментирую немножко здесь? То есть я сам харьковчанин. Я на третьем курсе проходил, а потом работал на Харьковском танкоремонтном заводе. Это не равняется заводу Малых. Это два разных предприятия, не подчиняющиеся друг другу. Я до сих пор не понимаю, почему нельзя вывести уже... Почти как той месяц войны заканчивается, в Польшу Харьковский танкоремонтный завод и не наладить производство, вернее, не наладить производство, танкоремонтное производство, то есть это БТР и танки, обслуживание двигателей и так далее, Польша. Поляки, насколько мне известно, для этого открыты. Второй вопрос, который они понимают, а насколько надо быть уверенным, что Харьков не сдадут, чтобы держать завод Малышева в Харькове. Завод Малышева — это самый крупный в мире танковый завод. Ну, завод, на котором делали Т-34 и так далее. Если вы обратите внимание, на этот танковый завод практически, там, за исключением одного налета, где обстреляли энергоблок, никаких поражений не было. Харьков бомбят, разбили в щепки. Гражданские кварталы Салтовки и новых домов, не новых домов, Салтовки, Алексеевки полностью уничтожены. Танковый завод стоит с иголочки. Как так получается? Ну, а получается что? Он танков точно не делает, иначе бы уничтожили. А во-вторых, оборудование хранят.
То есть я не знаю, почему нужно хранить такое оборудование там, и оборудование не вывозят, и не вывезти хотя бы на Западную Украину оборудование, не дожидаясь чего бы то ни было. То же самое с Днепропетровским ракетным заводом, то же самое с Киевским авиационным и так далее. То есть в одном стыке более, вы правильно говорите, на Советский Союз там была огромная оборонная промышленность в Украине. Даже если она сейчас не запускается, что тоже вопросительный знак, почему ее хотя бы не вывозят. И насчет долгоиграющей программы. Ну, смотрите, меня с этим вся жизнь связано. Дедушки, бабушки были в эвакуации, естественно, с оборонными заводами. Харьков, все понятно. То есть Харьков пал под немцами в конце сентября, в начале октября 1941 года, то есть 3 месяца. Вот эти 3 месяца они умудрились разобрать, вывести, собрать в Нижнем Тагиле и построить с нуля площадки. И там вырабатывали двигатели, танковые двигатели под открытым небом, пока вокруг него, этого завода, работающего в октябре, в ноябре под открытым небом на морозе, женщины стояли, делали двигатели, возводили стены и крыши. Но за 3 месяца без компьютеров, без интернета, без современных лоджистики, без скайпа, без ничего, вот решинами, линейками, они, это советская оборонная промышленность, эвакуировала весь Ленинград, всю Москву и весь Харьков. Это крупнейшие оборонные заводы. За 3 месяца, 3-4 месяца. У нас сейчас совершенно другие возможности технологически, все-таки уже почти 80 лет прошло, да? Завод имени Малышева стоит и стоял. Я просто его выбираю как пример, потому что мне хорошо знаком. У меня директор завода, одноклассник по институту. Вот. Поэтому вопросы есть. Я не знаю, морально ли нам, как не гражданинам, не гражданам Украины, их обсуждать. Тут у меня моральный вопрос есть. Но такого рода вопросы есть. Почему не договориться с той же Польшей, а Польша очень хочет сделать концерн по производству танков Польши? Вот те деньги, которые поляки вывезли в Корею, почему бы на эти деньги совместно с поляками, передав Польше украинские технологии, украинские процессы, украинские станки и украинское ноу-хау рабочих, не наладить совместное производство, там, оплот на базе там, 80-го танка, танк, или что-то более современное и так далее. То есть это все вопросы хорошие, и давайте выиграем войну, а потом наладим производство. А у меня другой вопрос. А если я оказался прав, и оружие будет поставлять так же, как и поставляют? Мы будем 3 года ждать, пока мы наладим производство? То есть сколько лет нужно пройти, чтобы Украина почесала репу и сказала, а не хотим ли мы наладить свое военное производство, тем более, что есть чего налаживать? Посмотрите на Байрактары. Ну, там ничего супер хай-тековского нет. Ну, то есть, совершенно очевидно, что в Украине за 6 месяцев можно было произвести нечто подобное. Там плюс-минус, лучше-хуже. Ну, то есть, сам Байрактар имеет в себе практически все западное оборудование. То есть, в Турции идет сборка и, собственно, и дизайн. Все, что туда поставляется, выставляется из Запада. Весь комплектующий Байрактар – это западная начинка. Это что, Украина за 5 месяцев не могла сделать свой Байрактар? Вообще, существует ли какая-либо украинская военная промышленность? Украинская военная промышленность. Почему нельзя ее наладить в приграничных районах Польши, Словакии? Там и так сидят тысячи, десятки тысяч украинских эмигрантов, беженцев. То есть вопросы есть, вопросы есть. То есть списывать, давайте закончим войну, а потом будем налаживать, можно, но боюсь, что война будет на несколько лет. Мы будем, опять же, вопрос опять же в том, если война будет затягиваться, видимо, придется принимать и эти решения также. Видимо, надежда была у части украинского общества, у большой части украинского общества и руководства на вот эту вот западную помощь и возможность закончить эту войну и выйти хотя бы к границам на 24 февраля. Вот. Но, судя по всему, этот процесс затягивается, и неизвестно, когда это все произойдет. Поэтому, видимо, придется принимать такие решения тоже. Я думаю, что украинцы... Дай-то Бог, они нас услышат. По-моему, все заговорим одно и то же сейчас, но они нас услышат. Потому что было очень интересный опыт с Луганским патронным заводом. Был единственный в Украине Луганский патронный завод.
Первое, что сделали россияне, когда они вошли в 2014 году в Луганск, это вывезли к себе Луганский патронный завод. Насколько мне известно, ну, по крайней мере, такого размера патронных заводов в Украине нет, и за все эти 8 лет построен он не был. Вот. То есть будет очень обидно, если туда же, вслед за Луганским патронным заводом, поедет Харьковский завод, Харьковский танковый завод. У него, насколько я помню, ну, не буду называть цифры, наверное, не нужно, но это очень крупное танковое производство. Самое крупное танковое производство в мире. Вот представьте себе все эти карусельные станки, все вот этого цеха, все это выехало в Россию, что будет. Да, это вопрос также к украинскому обществу. Люди должны задавать громче эти вопросы, и психологическое давление никто не отменял, никто не призывает к каким-то протестам или еще к Майданам во время войны. Но если же послушать генерала Кривоноса, он об этом говорит с начала войны. Это не мы не первые, кто задают такие вопросы, и поэтому я как раз его и поднял опять. Спасибо огромное за ваш труд, джентльмены, за вашу помощь Украине. И в заключение хочу порекомендовать нашим зрителям и слушателям, чтобы подписались на канал Сергея Любарского и Андрея Азаркина. Ссылки на которые мы поместим в описании под этим видео. Спасибо еще раз. С вами были Diaspora UA, Богдан Боровец, та Сергей Любарский и Андрей Азаркин. Спасибо. Спасибо, слава Украине. Слава Украине. Спасибо, до свидания. Героям слава!